Что-то взорвать? Строй. Поехали. Гриша, это моя точка. Боеприпасы беги. Так, ребят, привет всем. С вами Жак Херсон, Company of Heroes в 2015 году. Слава Бабрич, Гриша Рико, Ваня Гоупа. Он же минометный барон теперь у нас. Можете Ваню называть минометный барон. Он знает почему. Я надеюсь, объяснять не нужно никому. Так, с кем так, я? Я сейчас Максиму позвоню. Вы не против? Какому Максиму? Максиму, Олтервайте. Да не против. Если же, я сейчас наберу. Может, сделаем стрим, не хотите? Вы будете еще играть? Да, можно. А, я все, я в принципе одно и все. Да, чё? Да что-то не хочу. Ну ладно. А чё за Максим? Ну, Уолтер Вайт. Алло, да, привет. А, привет. С Новым годом. Чё, долго вам? Ну, мы только начали. А, ну давайте рубить, что я пока в компании. Да, давай потом Славу заменишь. А Слава не будет, да? Слава что-то подустал, походу. Вам нужно. У саперов есть приказ о захвате. Кублеваген едет к нам. В гости. Опять лопотня. Задрали. Пулемет в пути. Мы это сделали. Смотрим в оба. Расчет МГ-42 к бою готов. Да что за лаги, я не понял. Мы в пути. Куда идут все эти деньги? Пулемет готов к бою. Пулемет к ним. Отряд саперов в пути. Где же они? Идем. А вот. На нас напали! На, товарищ! Отряд вступает. А, хитренький. Мы идем быстро. Мы выдвигаемся. Обойти хотят меня тут. Там отправили огнемет. Скорее бы уже. Мы будем там. Саперы выдвигаются. Береги! Нас атакует противник! Мы в пути. Орудийный. Выступаем. А вот огнеметы! Поджарим-ка фашиста! Пулемет готов к бою! Готовимся к атаке! Держите огнем! Вперед! Приведи врага огонь! Окружаем! Поступаем! Наш товарищ погиб! Полевая артиллерия прибыла! Пали дом! Мы тут не застряли! Идемте, парни. Выдвигаемся, товарищ. Так, Гриш, что ты там? С дома выйдешь, не? А, ты вышел. Давайте уже, окей. Сюда этот пулемет. Мы сожжем их. Захватим ее, товарищ. Да, немчура, не успели вы чуть-чуть. Да. Переходим на поле боя. Они нас видят! Граната! Я только засел, а вы уже кидаете гранаты. Ну что за люди вы такие, немцы? Противник! Саперы готовы. Здесь нужны противники. Офицер ждет приказов. Пулеметчики готовы двигаться. Сейчас машинка приедет. Ждем команду. Саперы заняли сектор. Саперы наготове. Это у кого телевизор, Андрей? У тебя прикрути, пожалуйста. У Гриши. Да, Гриш. Да не, Гриш. Вон ихняя халабуда. Да. Вот-вот, у Гриши выключен. Это у Андрея. Что, Гриш, надо это самое заканчивать этот балаган. Мы его построим. А, товарищ? Ты со мной играешь, Жека. А, я с тобой снова. Да. Я думаю, что так Гриша хорошо играет.
Вот. Осторожно, смотри. Уходи, блядь. Твою мать. Да шучу я, шучу. Обычный прикол. Да где эта пушка грёбаная? А, вот она. Сейчас мы друг другу не достанем. Ага, Слав, ставь, ставь. Бум-бум приехала. Куда? Вон. Разъебывает тебя. Да, да, вижу. Падлы из-за них. Меня выдавили. Правильно, Слава, минометы, входящих приглядятся. Саперы готовы к заданиям. Слава, прикрой пушечку. Вон там эта пушка. Блин, ну это ж надо зайти, блядь, в разговор, не играть, не разговаривать, зато, блядь, передавать звуки каких-то телевизионных. Андрюх, ну что ты такой бессовестный? Давай, давай. Незамедлительно. Незамедлительно. Идут. Надо больше солдат, надо больше солдат. Надо коктейли молотова. Блять. Слава. Как дела? Хреново. Забирай машинку. У нас появились свежие новобранцы. Ты стартанул, чешу? Да. Надо уходить. Я долго не продержусь. Да, товарищ, идем быстро. Новобранцы. Гриша, у вас вообще херово. Твою налево, падлы. Походу с бензином будет траблы. Добьешь, не? Теперь да. Вы можете сжечь этих гадов коктейлями Молотова. Ты уже, блин, это... Контрольный в голову. На дом не обращай внимания. Или пуля. Мы обнаружили врага. Там, откуда это,
А где пулеметы все подевались? Один. У меня. Товарищи, нельзя здесь оставаться! Грише нужны пушки. Мы готовы. Бегом марш! Вам нужно что-нибудь? Сделай Грише пушки, ну что ты? У нас есть Катюша. Так, Катюша есть. Поеду-ка я к пацанам. Ей. Посмотрим, сможешь ты собраться или нет. Сука. Отряд уничтожен. Пополняйся. Лучше смерть, минометом. Давай это говно доломаем уже. Ну да, ломаем. Ну давай уже, харе, оберы. Да, они новобранцев просто. Один убит! Орудие ведет огонь! Берегись, пехота! Слава, оберы! Вы не хотите здесь умереть! Мы несем потери! Давай, давай! Нас обстреливают! Так, вместе, не есть, не... Сука. Дай пополни, пополни. Ёб твою налево, это говно теперь не даст нам. Экипажи обучены ремонту поврежденной техники. О! Слава, все плохо. Машинку забирай. Миномет на месте. Почему плохо? Ну немножко хреново. Вражеские силы пытаются захватить наш район. Мы на прицеле врага! Вы давайте светите их, засветите, я с Катюшей вас поддержу. Реактивный миномет готов. Давайте, давайте за свет, ребята. По базе дал. Пулеметы бывают два миномета. Да, я вижу. Какого хера у них здесь пулемет? Ух, он раздает им. Ладно, этот отошел. Ты шо, ты шо? Мы потеряли минометный расчет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, не паниковать, все будет нормально, Слава пообещал. Что ты творишь, дрянь? Вот это ты дала, Катюша. Ну, в принципе, ничего удивительного, как всегда. Слава, нам бы пополниться. Наверху. Пума едет. Ну, я ее хочу поймать. Наверху это где наверху? Что-то я не понял. А, все, понял. Новых панцер-гренадеров. Мы
Саперы прорываются сквозь снег. Выступаем! Катюша, готова! Ребят, как там у вас дела? Ну я вижу, не очень весело. Да, видимо, тоже. Миномет подвигается. Не стой, Дадес! Затаскивайте орудие внутрь, товарищ. Идти след в след, так будет легче. Слава, заберешь опера? Ну, конечно. Давай. Давай. Гопа, Вань, тебя спрашивают, когда будет техника. Выступаем. У тебя. Нам нужно что-то разорвать. Мы идем. Через 4 уровня. Это будет наше. Ой-ой-ой-ой. Помогай, видно. Гриши сложновато, походу. Так, 400-300. Давайте, ребят. Стрелк, это вас согреет. Держись. Миномет, готовьтесь двигаться. Слава, вон погнал их уже. Слава, что с этой точкой? Там, там два обера, подъедь к ним на базу. Всего на всего. Сейчас доремонтируем тебе. Вместе. Ой, чуть не занял твой танк. Садись, садись, я отремонтирую. А ты отремонтируешься. Будет легче. Захватываем цель. Пума, да? Тварь. Саперы выдвигаются. У нас осталось всего 300 очков. Если нужно, мы это выполним. Ты будешь добивать штаб ихни? Ой-ой-ой-ой, аккуратнее, аккуратнее. Хорош, Слава, хорош. Теперь новобранцы могут атаковать танки противотанковыми гранатами. Ракета выпущена. Понятно. Твою налево. Инициатива постоянно должна быть. Товарищи, нужно занять эту точку. Приказ понять. Саперы. Назад, назад, назад. Блять. Минируй, Ваня. Минометный расчет готов. Готов двигаться. Новобрат, пора в поход, товарищи. Утюх приехал. Солдат, я устал от этой фигни. Я попробую движок ему сломать. А, уже сломан. Тогда надо просто закидывать гранаты. Слава, ну он там вообще еле дышит. Так точно, выступаем. Уехал, сука. Ничего страшного, ничего страшного. Мне плевать, кто еще это хочет. Так, пацаны там отбились, молодцы. Молодцы. Наши ресурсы попали к врагу. Мы истекаем кровью, товарищ. Саперы, поставить противотанковые мины. Саперы готовы к заданию. Иди, иди. Уничтожил еще один отряд пехоты. Ты видишь, где идут? Несем потери. Ждем. Пополняшку продвинь. Нам сверху выдали тяжелые танки ИС-2. Команда ИС выехал. Нам танк ИС-2. Катюша, как всегда. Держать строй, саперы! Один убит! Идем быстро! У нас приказ отходить. Выступаем! На миномет застрял. Пантера, ребят. Слава, тут пума с двух звезд, начинаю аккуратнее. Катюша, готова! Ну,
твари. А, отъедьте отсюда, отъедьте отсюда, туда Катюша дал. Противотанковое орудие прибыло. Мы захватим это для советского народа. Слава, Пума за тобой поехала. Вниз, вниз дай, Слава. Еще один тяжелый танк ИС-2 доставлен. Тяжелая техника в пути. Надо к пацанам ехать на помощь. Враг уничтожил одну из наших машин. Катюши нету. Как я бы ее повтыкал? Ну как всегда, в принципе, ничего удивительного. Надо ее держать на своем фланге, да и все. Видишь, заборы ломают. Еду, Гриш, еду за ним. Подбитая движком подбитая. Все, ублюдки пошли опять. Слава, уходи. Танк. Все, стартанули. Правильно, ничего не делает. Смотрите, тут гости к вам едут. Что с этой Пумой? Мы решим вопрос или нет? Она, если может честно, быть. Как бы это сказать, поднадоела. Черт, ты с бензином вообще напряг. Никто банку, да, не настроил даже. Почему? Вот и я хочу спросить, почему. Посмотри. Это нужно построить вчера. А, ну... Ты построил, я построил. Да, Слава построил, молодец. Я про наших напарников с тобой. А, им раздав... им давали. Да, им не до этого было, если честно, согласен. Отряд саперов прибыл. У них он опять началось. Надо ехать. Помогать, пацаны. Воздушную атаку разрешаю. Там утюг. А у меня тут все хорошо пока что. Где тут? Затяни шнурки потуже. Это сумасшедшие Катюши у меня постоянно. Ладно. Гаси по базе. Ремонтируй мышь. О, это страшно. Слав, дай на среднюю звезду, пожалуйста, пополняху.
да, да, на среднюю. Мы куда? На среднюю звезду, я же сказал. Конкретнее. Средняя, на которой посередине. Хорошо. Вот. Ой, буду там укрепляться, попробую, по крайней мере. Так, что тут у нас еще есть? Минометный расчет. Кабельваген беспределец, скотина. Так, сейчас, ребят, подремонтирую ТИС, помогу вам. Звезда одна у них, да? Бензин. Бензина нет у них. Окей. Спасибо, Слав. Пополняюсь. Ближе, 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 сыночек, ближе. А едет, едет. Давай, блядь. Там американские машины самые лучшие в мире, что-то я не вижу. Еле булки шевели. Так, окей. Поехали. Вань, что говорил там, все хорошо у тебя? Там побомбил, уничтожил одно здание. Бензин проебал хоть? Что, Вань? Нет. Второй из. Там Иосиф Сталин готов. Это вот тут. Нет, нет, по-моему, я нажал P4. Миша не доводит. Доступна воздушная поддержка 1-2. Ну и хер с вами. Еще один сделал. Еще один. Просрал таких с по-глупому, конечно. Ну ладно. Да. Может, могу себе позволить это, если честно. А кто ж там ему высаживал? Это там есть, да? Да я бегал, блядь. Тигр доставлен, ребят. Тигр, мать его, так доставлен. За парк надоел этот. Там заходят, по-моему. Заходит, как это самое, как у себя дома. Прям на Катюшу плавит. Слава, текай. Слава, машинка попадали, опасно. Суки. Я ИС даже не заметил, как слил, прикиньте. Я заметил. Спасибо, что предупредил. Да, ну так и сливать это уже кощунство, из-за такого расстреливания. Вот это жесть. Не, ну это не серьезно. Пиздец какой-то. Так, где тут еще был один пулемет? 12 секунд. Нормально. Я тоже так думаю. Бывало и похуже, как говорится. С СИСом, конечно, некрасиво получилось. Что с первым, что со вторым. Очень некрасиво. Базу доберите. Слава, выше база тебя, чуть-чуть выше. Машинка пополнения куда делась? Обратно уехала. Вернется? Да, можно. Нужно. Сейчас. Сейчас приедет О, назад. Фух, слава богу, отбились. Они нас видят. Все, выиграли, да? Ну как? Я бы не сказал, что прям выиграли. Но отбили все звезды и бензин. И Ваня пошел колонной. Ваня, давай! Сука, Ваня, 5 танков! Я сливать пошел. Ваня, едь! Я сливать пошел. Ваня, едь давай! 5 вы танков. Поможете? Я похуй. Что ты держишь их? Ты мог бы просто позвонить. А вы поможете? А?
пулемет готов. А вы поможете? Поможем, поможем. Вон пацаны тебе, Гриша едет. Ваня, давай их. 5 танков стоит. Что поможет? Ты их просто затаранить можешь сейчас. Одним тарань, вторым просто разлажен. Накручу, вернее. Одним просто затарань. Чтоб тигр не едет. Третий, надо же третий, как говорится, Бог любит троиц. Машинка так и не подъехала, видать. Ух, Ваня. Я занят. Я понял. Ваня на базе уже, да. Едет машинка, блядь. Только долго она будет ехать. Солдаты готовы. Идем. Отряд саперов прибыл. Идем к отряду, уходим отсюда. Мы нас напали. Еще больше наших войск потеряно. Третий, это много или мало, третий. Что-то их тут много. Как бы тебя не проебал бы. Ох, Ваня тут светит. Вань, смотри сейчас, как самолет пролетит. Просто четенько. Я до Вани. Все веселье на базе. Приехал, полняшка на стену. Спасибо. Пулемет готов. Выполняемся. Че, никто не помог? Я помогаю, вот ты, что ты? Че ты? Кроме тебя. Я и сон приехал. Я с Катюши стреляю, а ты говоришь, что мне не помогает. Отряд саперов прибыл. На. Человек не отвечает, значит он играет. Значит тут третий сливается. Третий? Ничего себе. Лис вообще, смотри какой. Ой-ой-ой, пушечка. Давай, Лис, спасай жизнь свою. У противника осталось 25 очков. Победа у нас в руках. 21 очко. Все, Кабельваген добил. 3 ИСа слил за бой. Вообще. Еще одна машина потеряна во благо Родины. Чемпион по сливу ИСов. Три. Сколько я говорит, сколько ИСов ты сделал? Ну а сколько? Сталин гордится нами. Да. А ну, кто там у них самый больше набил? Да, ну так нельзя играть. Ребят, не вздумайте так играть по-распиздяйски. ИС очень ценный танк. Если вы его сливаете, то это свойственно поражению. А если сливаете 2, то это поражение, считайте.
Ну, двоякая, двоякая. Да, а если сливаете три, то вы лох или распиздяй, одно из двух. Ну или ваша команда выигрывает. И вам все равно. Вань, 99 человек убил. Гриша, смотри, рвал. 29К. Бедный Гриша, у него там капилляр, наверное, лопнул в глазу. Так, а что у нас? Мандрейк 42 тысячи накрепил. А чего ж вы тогда проиграли, если вы так хорошо... А, ну Мандрейк просто на мои сына сливал, скорее всего. Да.